12 апреля – праздник глобального достижения человечества, его выхода в космос. А чего это мы не празднуем? Я придумала, можешь начинать бояться. Садись в машину. Ну, давай, что ты, в самом деле? Добро пожаловать на космогонку. В символическую дату отнюдь не центр Москвы стал центром притяжения самых активных спортсменов вузов нашей столицы. Испытания на силу, ловкость и смекалку будут проходить 200 студентов из 20 вузов. 201. Ну, 202. Пойдем, будет весело. Что это за проект? Почему называется космогонка? Вы что здесь вообще устроили? Вы там метеорами играете в бейсбол или что? 12 апреля приурочено к Дню космонавтики, к первому полету в космос. Именно это мероприятие направлено на сплочение студентов, чтобы они могли проверить себя на прочность. Давно здесь отдыхаешь? Ну так, время от времени бывает. Ну ладно, не буду отвлекать. Я на землю. До связи. Окей. Есть ли у тебя какие-то любимчики? У тебя нет выбора. Напоминаю, ты выпускница РТУ Мира. РТУ Мира – лучший вуз. Я каждый раз, когда ребята приходят к нам на мероприятие, сразу их вижу, такая: наш вуз, ура! Доказано, что часовая кардиотренировка продлевает 20 минут жизни, но занимает-то 60. Да, со спортом у меня как-то не сложилось. Благо, на площадке функционируют мастер-классы для болельщиков по декорированию флажков и футболок. Вот это уже моя остановка. Осталось стать болельщиком. Благо, болеть здесь сегодня есть за кого. Ведь на арене становится ближе к звездам сегодня студенты РТУ Мира. Как ты думаешь, каковы шансы наших ребят на победу? Я не знаю, кто не выступит, но надеюсь, что пройдут финал. Че, не болеем? Тоскуем, наши уже все, выиграли все. Как стать болельщиком? Родиться им надо, ну... Мира, поступить. Ну что, болельщиками лучшей студенческой спортивной команды мы стали. А это значит, что мы можем смело рвануть на мастер-класс? Да я понимаю, что мы сюда за соревнованиями приехали. Но, честно, это будет весело и динамично. 15 секунд. Как оцениваете свои шансы на победу? А чего мы прячемся, красотки? Не-не-не. Я считаю, все шансы есть, а стратегия проработана, мы тут уже не в первый раз. Поделитесь стратегией. Ну, мы заработали уже 27 тысяч баллов на квизе, мы, наверное, умные. А 27 тысяч баллов – это сколько в баллах спасибо, если перевести? Надеемся, что не 27 рублей. Да, хотелось бы бургер заточить, конечно, в Бургер Кинге. Как оцениваете игру Альянса? И я того же мнения. Сложно очень физически и эмоционально кричать уже почти сил не остается. Что вы слушаете во время тренировок? Быть может, фонг? Я вот просто хруст суставов обычно. Нас очень любят скриптонита. Это я могу, это по-нашему, это по-нашему. Знаете, вдохновившись примером наших спортсменов, мне тоже захотелось вставать в 7 утра, делать зарядку, бежать на пробежку, но, знаете, я проявлю дисциплинированность и буду сильнее своих желаний. А нашим спортсменам могу пожелать успехов в их деле. Кубок чемпиона почти у них в руках.